Пау-пау-пау! Это постмодернизм трек, постмодернистский трек. Симулякр, мальчики походят на педиков, игра в ножички плавно переходит в изомут, чё сутулишься? Охуенный рэп, отработал в спарринге, цунарев, блять, с довольным лицом. Ну и что, что помят малость, молодость, это хуйня, старость, кулаки подкованы. Нахуй культуру, я ебу тебя, дура, встать рядом с братаном и зачитать, короче, охуенный текст какого-нибудь крутого бодрияра и потом сказать, жизнь это шняга, жизнь это шняга, жизнь это шняга. Слезы от делеза льются на улицах, приходят внезапно Деррида, блять, он не склоняется никогда, никогда, блять, запомни, не склоняется Деррида. Можешь по-братски встать в ряд с братанами, постмодернизм, победа с нами. Постмодернизм или модерн, что ты скажешь им, что ты скажешь нам, что ты скажешь им. Постмодернистские бригады, как бампер, таранят оппонента. Кинолента, Делёс разбирает фильмы и читает книги. Нахуй его, он охуенный киллер. Ты думаешь, что ты круче Латура, но у тебя такая худая фигура. Мы читаем рэпчину про постмодернизм. Иди нахуй вниз, пёс, соси хуй вниз, блять, как Панин. У пса соси, сука. Что ты скажешь им, что ты скажешь нам? Что ты скажешь постмодернизму и другим пацанам? Что ты скажешь нам, французским пацанам, Что ты скажешь нам? Что ты скажешь? Что ты скажешь Барту, Ролану, Барту? Деконструкция вдупляет, мы втулим. Иди нахуй, сутулый долбоёб. Главное, чтобы не было подставы. Отъебанных модернистов мы им вставим. Никакого метамодернизма нет нахуй. Постмодернизм наносит атаку, мы разбиваем битой нашей критики модернистские ёбла, начиная с Декарта, и нам похуй. Это нормальное дело, мы расхуярим логику и любого логопеда, блять, нам похуй. Мы кухуенные французы. Победа или смерть, эти слова на века. Русские, русские постмодернисты, о да, блять. Постмодернистские бригады, как бампер, таранят оппонента. Жизнь кинолента, блять. И это Ризома и Симулякр. Все есть текст. Все есть текст, блять, сука, все есть текст, нахуй. Все есть текст, означаемое и означающее. Ты думаешь, что это предвкушающее что-то? Я ёбну тебе кулаком по ебалу, когда ты пытаешься понять нормальных пацанов из Франции. Бью по ебалу, и только тогда получишь, узнаешь, что такое постмодернизм, брат. Вот.